Самый сексуальный пирожок в моей жизни. Зарубался в пощечинах неоднократно. Серега весит 140, я вешу 70. Все работает. Домашний качок против... Просто сюда не... Серега, let's go! Идите. Четко, да. Пушка. А, погнали. Зря я опоздала. Итак, ребят, всем привет. Наконец-таки пришло время. Давай заново, Наташа ничего не говорит. Все, да, пойдем. Да. Итак, ребят, всем привет. Наконец-таки пришло время жестких челленджей. В общем, прямо сейчас мы отправляемся в Макдональдс, купим все меню, и кто первый из нас съест все меню Макдональдса, получит 100 тысяч долларов. Мужик. 100 тысяч долларов? Да. У тебя таких бабок нет. Ладно, 90 тысяч долларов. 50 рублей всего. Да, на самом деле в этих челленджах, ну, всегда наёб какой-то, никто ничего не побеждает. Поэтому, ребят, сейчас идем в Макдональдс, покупаем. А нет, блин, нужно представить вас, что это. Да, что ты несешь? Где бабки, и представь нас, пожалуйста. В общем, да, ребят, с нами Макс, Наташа, инстаграмы их не будут обязательно в описании. Заходите. Также каналы будут в описании, у кого есть канал. Будет в описании, да, а у кого нет канала, тут пусть не да? Будет в описании, потом появится, когда да. Когда-нибудь появится, в общем, да, ребят, погнали, и сделаем его. У тебя живота? У тебя живота что-нибудь есть? Никто не зависал. Есть для живота противозачаточные. Опа, спасибочки, спасибо, бро. Так, сейчас подождем очередь, пока не будем снимать. Да, ребят? Каково это быть блогером? Да? Меня снимают два оператора, ребят. Наконец-таки мы вышли на нормальный уровень. Это новый уровень. Next level. Переехал в Москву, называется мальчик. Да, это мы вырежем, наверное. Не подавить. На самом деле нет. Они уже на кухне, короче, собрались, видишь? Все вот эти собрались, не понимаешь, мы пришли в Макдональдс. У вас кто-то покупал все меню в Макдональдс, то есть полностью, все позиции? Ни разу, да, не покупали? Нет. Давайте тогда так и сделаем сейчас. В общем, нам нужно три дабл чизбургер меню. Кола по стандартному и фри. Везде. Дальше три соуса. Каких соусов лучше? Я сырный. Давайте три сырных соуса. Наггетсы, пожалуйста, тоже три. Так, креветки есть у вас тоже маленькие. Три пирожка с вишней. Три маленьких мороженых. Клубничные и два карамели. Еще три яблок вот этих пакетиков. Давайте еще итальянские пирожки, тоже три штуки. Так, еще эти штуки у вас, как называются? Донатс. Донатс, да? Давайте тоже, наверное, три штуки. Нам придется все уничтожить. Ну, сначала ртом, а потом животом. Пин-код снимем, блядь, на камеру. Все, ребят, теперь вы знаете пин-код от моей карты. Я для вас никогда ничего не скрывал, вы это знаете прекрасно. Поэтому, если нужно, карта вот, пользуйтесь на здоровье. Пин-код у вас есть. Правильно? Да. Ну вот. Че, возьмем это, номеровки сядем? Да, номерок есть. Пойдем. Все, спасибо большое, будем работать сейчас. А ты снимаешь, да? Не забудь еще сделать окошко. Мне уже стало страшно. Стало страшно после того, как Вован заказал столько. Я никогда в жизни столько не ела. Сегодня я наем, наверное, на целую неделю. А я готовлюсь. Как питалась? Нормально ты это питалась? Ну как? Ну, 2000 калорий в день. А здесь будет где-то 4, наверное, и больше. 4. Тренер, не убивай меня. Кто у тебя тренер? Кто меня готовит, Руслан. Да? Я тоже. От души. Наконец-то я поем, перекушу. Это обычно стабильный завтрак мой. Спасибо большое. Я готов наконец-то уже перекусить. Итак, ладно, ребят, давайте сейчас на несколько минут приместимся в зал на нашу зарубу в станом очаге с сатанистом. Все было максимально спонтанно. Мы пришли в зал к нашему другу, к домашнему качку, и там оказался этот чувак. В общем, начались какие-то потасовки, он лез ко всем драться, он захотел драться с домашним качком. В общем, сейчас смотрим нашу зарубу и потом уже продолжим кушать все эти менюхи Макдональдса. Погнали. Что такой здоровый, блядь? Ты видишь это в этом зеркале? Вот WhatsApp. Не бери руку, просто дай посмотрю. Просто посмотри в зеркале. О май гад, Абу. Я же домашний здоровый, нахуй. Здоровый. Чё, такой мощный стал, что ли? Иди нахуй, я тебе сказал. А что ты где-то говоришь, иди нахуй? Ты знаешь, о чем? Может, меня обидеть при всех, кто на камеру? Опа, интриги. Мы домашнего качка пиздец. Что, хочу что с тобой сделать, так что я давай. Пока сейчас не дал тебе леща. Давай, бей. Где я, кстати, горю?
Макс, давай. Короче, у нас там потасовка произошла. Потасовка произошла. Это просто, короче, обиделся, что я правду сказал. Нехай, будет громкое название. Домашний качок против... Против сатанизма. Против сатанизма. Будет такое, нет? Посмотрим. Нужно потренироваться. Давай сначала скину, ебать. Нам нужен контент. Давай. Отлично. Тигр, давай. Сколько? Да ты сделаешь 60. Да, сделаем. Я же тебе говорю, сила у него есть. Парень мощный. И он еще без лямок делает. А это тяжелее. Это разминка. Ну-ка, дай я попробую. Сейчас будет 60 килограмм. В наклоне. Никогда я делал такой вес большой. На самом деле это упражнение делал не так часто. У нас там в зале страховки были, да. Надо делать. Да, сейчас будет 60. Explain. Keep it in the stash, hit the booth and raise the heater. Black Adidas, about as dark as Don Cheadle. Итак, ребят, прямо сейчас с Серегой. Я думаю, все знают Серегу, потому что он зарубался в пощечинах неоднократно. В общем, сейчас мы зарубаемся в становой тяги, поскольку он занимается пауэрлифтингом. А какой у тебя вес, собственно, сейчас? 140. Серега весит 140, я вешу 77. Сейчас узнаем, кто подтянет больше на максимум, на раз. Let's go. В общем, ребят, в чем вообще суть этой зарубы? Изначально, когда мы с Серегой договаривались о том, что будем зарубаться в становой тяге, я ему сказал, что я тяну всего лишь 130 на несколько раз, потому что иначе он бы не согласился даже зарубаться. И, в принципе, он как-то боялся, был очень осторожен. Но когда он услышал, что я тяну реально там 130, он такой: а, ну ладно, тогда зарубаемся, не проблема. На самом деле, конечно, не знал, сколько я тяну в действительности. В действительности я тяну чуть больше, да? Но сейчас посмотрим, какой будет исход этого видео, потому что на самом деле он был нереально уверен в себе после того, как услышал, что будет 130. Слушай, в общем, мне кажется, будет самая легкая победа в моей жизни. Серег, мы работаем? Сейчас на 10 килограмм больше. На 10 больше. Так, как в тот раз надо стать вот так. Оп. Давай, Володя. А ну-ка, мужик. Хорош. Итак, ребят, я потянул 210 в прошлый раз. Серега заказал 215. Он хочет перепрыгнуть меня на 5 килограмм, поэтому смотрим. Погнали. Кабачковская энергия. Да иди, давай. Изи, Изи, хорош! Давай, 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 давай! Хорош! 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 Холощи! Не проломил. Соседи негодуют. Хорош. Тихо, тихо, ты что делаешь? Здравствуй, мужик. Мужик, это не нормально, что они хотят? Что это такое вообще? Чёрт. Я начинаю волноваться. Мой. Ты тоже можешь вырубить на 5 минут? Ну, меня будет снимать тогда. В общем, ребят, 210 есть. Они начинают драться. Серега против, чтобы мы снимали, потому что он слишком популярный блогер. Я, конечно, не ведь еще против, но мне кажется, это как-то слишком. Он ведет себя как ребенок порой. Он даже запрещает нам снимать, но, блин, я готов с ним сразиться на этом самом, на ринге. Ради того, чтобы видеть для вас контент. Хорош, мужик. Мужик, мы сделаем это, блин. Если я вырублю станок, я готов пройти ему ноги. Бэм-бэм! Фу-фу! И все. Собираем. Серега, let's go! Изи, бро. Хорош. Изи ворк, бро. Тянет 225. Он решил еще повесить ставки на 5 килограмм, поэтому смотрим. Если он тянет, я, скорее всего, буду тянуть 227 или 230? Ну, по ситуации. По ситуации, да, будем тянуть. Давай, давай. Давай, давай, давай. Можешь. Изи, Серега, изи. Давай. Ну ладно.
225. Короче, Сереге дам зачет 215. У меня зачет 220. Победила дружба. Все, спасибо за зарубу. Видимо, сегодняшняя тяжелая. Да, наша зруба окончена. Как видите, такие вот результаты. На самом деле, победил я, конечно. Нет, типа. Ладно, идем дальше. А мне тоже надо разбиваться? Ну да, конечно. Ну, до топа, я надеюсь. Нет, полностью. Нет, я только в топе останусь. Ну, нормально. Мужик. Итак. А чем, подождите, а чем это есть? Ложкой. Да. А ложка? Нет. По моим подсчетам, здесь где-то 4500 калорий, даже чуть больше. Для меня, на самом деле, это будет изи, потому что мой рекорд – это 5000 за один прием пищи. Но не знаю, как справится Наташа, как справится Макс. В принципе, я уверен в своих силах, но… Мой рекорд – 2000 калорий. Обычный прием пищи, я говорю то, что я так ем на завтрак обычно, поэтому это не составит для меня труда. Так что я думаю, с Вованом мы изи это сделаем. Но самый главный наш конкурент, это, конечно, Наташа. Подождите, стойте, а почему? Я не поняла, вы мне, значит, подсунули креветки, да? А, чьи креветки? Еще одна порция? А, это моя тогда. Да, это твоя. А-а-а. Да, вот так вот отработают они. Ну, специально, да. Вот они, они мои. Ну вот что, они. Мы сейчас начинаем? Секундомер тут ставим. В общем, все, меню Макдональдса, прямо сейчас ставим секундомер и узнаем, за сколько мы это все съедим. Вы готовы? Ну да. 3, 2, 1, погнали. Все. Минус один есть? Минус один элемент. Блин, на перегонке это не круто играть. Уже почти 3 минуты. Ничего необычного. Обычный завтрак обычного студента. Да ладно. Да. Все. Да ладно. Все? Нет. А 100 тысяч долларов, блин? 100 тысяч долларов где? Да, которых нет, да. Ну ладно. Это уже не важно. Это не важно, да. Они в машине лежат, которой нет. Сейчас потом машину сходим. Да. Все нормально. У меня уже нога затекла. У меня минус 2, да? У меня тоже. Опа. Опа. Прямо в точку. Да. Все, работаем. По-другому нельзя. Что-то пончик не очень. Нормальный пончик? Не очень. А ну-ка пончик. Он чувствуется такой, знаешь, химический. Такой, короче, да? Химический максимально. Ой, я чувствую, ну что да. Он будет нормально. Он какой-то такой, да. Что, у меня практически финальные позиции остались. Пирожок по-итальянски, это типа пицца? К этому меня жизнь не готовила. Там сыр, бро. Самый сексуальный пирожок в моей жизни. У тебя таких пирожков никогда не было? Один жирный пирожков. Давай, бро. Вот черт! Воркаутеры здесь. О, нельзя так делать, пожалуйста, не надо. Остановите его. Нельзя так делать. Я же говорю, мы с вами Too much pride and say he love it, too much hate in your blood. Haters threw me to the wolves, I came back with a fur. Who am I, golden child, I'm the one, I'm the flyest. On my hand, my flow, yeah, they tryna cock a Simon. Don't forgive me, cause I know it's been a minute since I've been inside the building, living reckless, granny, yeah, your baby's sinning. Да. Блин, как это вкусно. Да? Офигенно. Чё, бро, проигрываешь? Чё? Проигрываешь? Да нет. Да. А картошка у тебя осталась? Нет. Да ладно. Фига себе. Я вот так просто делаю. Мужик, не хочешь картошку? Так тут тихо, пока Макс не видит. Чего ты думал? Видел. Думал я картошку? Я все видел.
Да ничего ты не видел, бро. Я видел. Думал я как-то. Я все видел. Все, я выиграл. Да ладно. Да? Да? Я пошла домой. А колу кто будет пить? Ты? Что, я буду пить или что? Ты можешь пить. Ну давай колу еще завтра и все. Тогда выиграл. Давай. А сколько там колы, полная? Да. Давай. А ты сними вот уже легче. И выйди на все на голос. Нормально будет. Нет, сначала сбей, короче, ногой крышечку, понял, как обычно, а потом на голову вылез. В общем, да, ребят, Макс выиграл, он сделал это все за 17 минут. У меня осталось мороженое, осталось немножко яблок. И еще там немножко картошки фри осталось, но, в принципе, я был тоже рядом. Я тоже рядом. Вот это, у меня картошка фри, это, ну, что, пирожок будешь? Я съем. Дайте я съем. Ты еще хочешь? Я бы поел. Ну, у меня три позиции, у тебя три позиции. У нас Наташа ничья. Оказалось, что она достойна соперника. Ты красава, на самом деле, очень даже. Спасибо, бро. Ну, ты тоже. Ладно, ребят, прямо сейчас переместимся на улицу, сделаем выводы и запишем для вас финальную карту. В общем, да, ребят, подвести. В общем, да, ребят, пришло время подвести итоги. Макс, мы перевели уже 100 тысяч долларов на карту, он остался доволен. Да, я теперь сейчас в Калифорнию поеду. Какой он рад, он ждал, да. Так что, да, ребят, с девочки в Калифорнии, да. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм, ребята, они будут в описании. А мы с вами увидимся в следующем видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Макс, доволен 100 тысяч? Да, бро, я и не представляю, что я теперь буду с этими деньгами. Тебе улыбка такая, как будто ты... Понял, как будто ты озверел, короче, от этих бабок. Бро, я боюсь, мне башню снесет. Бро, смотри, самое главное, с такими бабками оставайся самим собой, понял? Да. Помни, с кем ты ползал, типа, да, как там говорится. Да. Все, пошел ты. Там мы же друзьями были, бро. Все. Вот так, да, ребят. Как только у всех появляются бабки, они становятся другими, меняются, короче, зажираются, на друзей забивают. Не делайте так. Никогда. Я шучу, бро.